стал лучшим другом. Себя по праву он заставил уважать. Порой бывает не секрет, на поле туго, но чем труднее, тем настольней побеждать. Детская лига, детская лига, бьется в футбол. Детская лига, и чтоб собьется лихо, тот обязательно забьет победный гол. Друзьям нас тренер верит не случайно. Даниил Серкин,
номер 14, Иртыш Омск, открывает счет в противоборстве с Тюменью, 1-0. Упорнейшая борьба на всех аренах четырех. Только один забитый мяч на 8 команд. Упорнейшая борьба. Болельщики, не молчим. Продолжаем поддерживать любимцев своих. Зажимаем. Артур, 11-й, да? Красноярский Енисей отличился в матче с командой «Школа Слуцкого» Волгоград. Гол забил номер 11-й Никита Пржегодский. По-прежнему ничейное равенство в поединках Рубин-Казань, Парус Разумная и Ставрополь, Дюш-Павличенко, Чертаново, Москва. Давай,
взяли. Дайте ему Арсений Глинченко, Енисей, Красноярск, 2-0 в матче со школой Слуцкого, Волгоград. Даниар, играй! Лучший бомбардир турнира на стадионе «Сибурь» – это его 13-й забитый мяч. Итак, перерыв.